Всем доброго времени суток, дорогие друзья и зрители нашего канала. С вами The Dogfather, и мы играем в игру под названием Rome Total War. Пожалуй, я выберу... Хотя... Я даже не знаю, кого выбрать, ребята. Просто не знаю. Управлять всеми поселениями? Ну, естественно. Аркадные сражения... Нет, это мне не надо. Я вот думаю, за кого поиграть. За Македонию или за Грецию. Даже не представляю. Хотя можно выбрать и Армению. Так. Если кто-то впервые видит данную игру и не знает о ней, то я вам вкратце расскажу. Rome Total War — это глобальная пошаговая стратегия. Вышла она в 2004 году. Разработчики, по-моему, Creative Assembly. Так. Наверное, все-таки надо выбрать Македонию. Уровень сложности кампании и сражений, пожалуй, я выставлю на очень высокий. И посмотрим, смогу ли я выдержать. Если смогу, то сколько. А уровень советов поставим на максимум. За Армению? Или все же за... Македонию. Хорошие копьеносцы и пешие стрелки, а также быстрая кавалерия и колесницы. Даже не знаю, ну пусть будет Македония. И пусть будет длинная кампания. Смотрим ролик. Греки могут править миром. Александр правил. Он довел греческую армию до далекой Индии. Ему было больше нечего завоевывать. Мир принадлежал ему. Но Александр умер. Империя развалилась, и мы живем в черные времена. Свободные люди Греции пошли войной друг на друга, забыв о том, кто их истинные враги. Те, кто завидует великим достижениям греков. Александр, наверное, рыдает. Если мертвые умеют плакать, я бы на его месте рыдал. Но и надеялся бы. Мир меняется. И старые времена могут вернуться. Мойры причудливо сплетают нити человеческих судеб. И, может быть, боги снова сделают Грецию великой. Может быть, появится новый Александр. Принесет в мир порядок. Изменит мир к лучшему. Может быть... Что видео подлагивает? Выставил все параметры графики на очень высокий. Я думаю, я погорячился. Так, лето 277 года нашей эры. Прежде чем начать командовать, научись подчиняться. Салон Афийский. Так, столица Фессалоники, да? Коринф. Так, тут у нас греки, спартанцы. Так, Афины — это варварский город, мятежный. У нас есть посол, это хорошо. Ага. Давайте его отправим на быстром марше к нашим соседям. Больше нет, господин. Вы указали цель за пределами зоны, выделенной зеленым цветом. Ну, господи, цвет. Ну это я знаю. Это значит, что ваш персонаж... Можно, повелитель?
Вы можете переместить своего шпиона, щелкнув правой клавишей мыши в любой части выделенной. Такие элементарные вещи мне не надо рассказывать. Так. Ага, у них еще один город, да? Фермон. Давай тогда сюда. Мой повелитель? Ходов больше нет, господин. Вы можете переместить дипломата, щелкнув правой клавишей мыши на любой. Гир. Щелкните левой клавишей мыши по отряду, чтобы добавить его в очередь. Правитель. Антигон. Используйте этот свиток, чтобы узнать экономическое состояние поселения, изменить размер налогов, настроить частоту гладиаторских игр и утвердить очередность строительства. Ну перестань. Хватит. Деревянные стены, возраст 50, Дамас, Гир, Евген, Антигон. Давайте рудники построим, дорогу. Попробуем развивать экономику и налаживать торговые отношения с нашими соседями. По финансам у нас 5000, да? Прогноз 2700. Так, это уже ненормально. А, вот. Давай-ка ты мне больше не будешь надоедать. Отлично. Что еще? Семейное древо. Генеалогическое древо. Правитель, три сына. Стандарт, короче. Старший у нас наследник, 32 года, Гир. Средний 27 лет и младший 20, да? Дамас. Евген, Гир. Два сына. Сын и дочь. А наш правитель тем временем, походу, скоро кони отбросит. Так. Давайте сдадим ход. В принципе, больше-то нечего делать здесь. Да? Да. Греки. Давайте дружить. Мы же все-таки один братский народ. Хозяин. В пути ходов больше нет. Давай сюда, господин. Да, мой повелитель. Торговые привилегии. Мне нужно хочешь торговать? Говорить с ними. Отлично. Климон и Спарты. Так. Информация по карте. Давай, мы тебе, а ты нам. 350 динариев, ну нихера себе. Нет, дружок, давай тогда мы союз заключим. И вот так вот. Зашибись, отлично просто. То, что надо. Мой повелитель? Да. Тогда можешь шпиона убрать отсюда. К вашим услугам. Ходы кончились. Объявлен союз с Македонией. Итоги периода. Пока что в минус уходим, да? Это не есть хорошо. Везде налоги нормальные. Да. Повышать не будем. Не хочу портить общественный порядок. В Афинах 4 отряда, да? Сдаем ход. Или подождите. Этих крестьян наймем. Теперь сдаем. Ну, я думаю, нам будет сложно играть на таком уровне сложности. Так, постройка завершена, рудники, отлично. Крестьян набрали. Вот уже потихонечку начинаем зарабатывать денежку. Так, конников наберем. Господин, сейчас же. Отправим его туда, на Ближний Восток.
подожди. Давай тогда по времени и сюда иди. Жду вашей команды. Коды сделаны. Делаем ход. Ага. Даки. Торговать хотят. Ну давай. Не хочешь информацию по карте поделиться? 350 динариев. Ну давай. Не жалко, в принципе. Фраки. Вот, вот так бы сразу. Отлично. Тогда тебя можно, в принципе, отправлять в мятежный город. Давай-ка в Ближний Восток иди. Чё ты не идёшь? Далеко, что ли? Сейчас же. Чё-то не идёт. Сейчас же. Ага, он не может пересечь, да? Давай на корабль. На борту корабля. Да, господин. А теперь ты сможешь идти. Коды сделаны. Скажем, вот сюда. Да, господин. Коды кончились. Так. Ага. Господин. Сколько у нас там денег было? 2236. Отлично. Вообще здорово. Так, нанимаем, да? Приказы? Да, стратег. Вперед! Сделаем вот да, так, стратег. Небольшую армию соберем здесь. Приказы? И посадим их в форт. Марш! Чтоб они без военачальника не сбунтовались и не разбежались, как стая скользких вонючих жаб. Ах ты, падла! Мы в осаде. Вот это да! Вот так поворот, а? Санный Брут напал на нас, да? Ну хорошо, разберемся. Агент разоблачен. Так, можно, повелитель? Что это такое тут? Расследую. Иди-ка разберись с ним. Это вообще не есть хорошо. Так, тебе 34, тебе 16. Приказы? Ага, совершеннолетие, да? Ну давай, иди тогда. Куда-нибудь, вот сюда, наверное. Отлично. А вы присоединитесь. И, наверное... Мой повелитель! Господин! Аллей, да? Совершеннолетний, сразу свита расширилась, и он еще и женился. Давай ему... Так, обслуживание 170, стоимость 850. В принципе, деньги есть, а обслуживать недорого. Давайте наймем. Следующие фракции сейчас воюют между собой, да? Дом Юлиев с Македонией, ну понятно. Все итальянцы против нас ополчились. Так, с греками что? Информация по карте. Давайте фракцию. Слушай, а ты не хочешь мне помочь в войне? Ты же мой союзник. В смысле не в твоих интересах? Печально, печально. Я вообще-то рассчитываю на тебя. Мы же греки должны быть вместе. Мы же должны помогать друг другу. Мы же братский народ. Ну ты чё так, а? У нас 800 с лишним человек, походу. А у него 522. Ну командование, конечно, 5 звезд. И все равно компьютер говорит, что мы сосем. Соотношение 4 к 7. Давайте попробуем. На
На войне мы должны действовать быстро. Сили и Талик. Это первая битва у нашего 16-летнего члена семьи. Уровень сложности, напоминаю, очень тяжелый, поэтому... Я понятия не имею, что дальше произойдет. Сегодня хороший день для того, чтобы умереть. Но еще лучше для того, чтобы выжить. И запомнить великие подвиги этого дня. И помните, боги смотрят на нас с Олимпа. Пусть им не будет стыдно за нас. Вот такая вот вступительная речь 16-летнего пацана. Задвинул, короче. Смотри, только не просри мне. Объединяем конницу, объединяем этих... Также объединяем этих бомжей, это мясо пушечное. Слава богам! Эти подкрепление прибыли! Походу. Отправьте их в бой! Нельзя. Лишите врага мужества! Ой, из этих полей я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Блин, почему так? Отряды, уходим! Где здесь формация войск? Я не могу найти. Неужели здесь ее нет? Ладно, тогда давайте сделаем чуть-чуть по-другому. Так вот. Отряды начать. Так. Что ж, кривые такие, а? Отряды построиться фалангой. Наемники закрыты. Отряды, стройтесь. Так, я что, ограничение карты не убрал? Сейчас выключим тогда. Блин, зачем я их объединил? Вот так вот будет. Объединим их в одну секцию. Так, давайте отойдем сюда. Отряды, уходим! Что-то их слишком много, и они очень выглядят грозно. Очень качественно выглядят. Прям видно, что они крутые ребята. Так, они выдвинулись, надо быстро группировать войска. Давайте, ребята. Давайте быстрее стройтесь. Ну же. Вы встанете вот здесь. Компренде, мучачес. А вы что, идете или нет? Че так медленно, блин? Давайте побыстрее. Включаем ускоренным маршем. И пусть бегут. Давайте вы тоже. Ой, ребята, чувствую, мы всосем сейчас. Уходим! Мой начальник! Марш! Быстро выстраиваемся. Крестьяне даже строиться не могут нормально. Так, у нас что, здесь битва уже пошла? Ой, елки-палки. Че вы стоите-то, конники? Давайте их давите. Это легкая пехота. Херачьте их. Прям по стрелкам, давайте. Займись им.
Давайте, ребята. Ой, господи, уже побежали. Что такое? Да у меня вся армия уже бежит. Вы чё, блин, а такие конченые? Куда вы бежите? Давайте забейте их, заебешься на кухой. Ой, ёпалки, ну что за херь, а? Куда вы побежали? Куда вы, блин, от легкой пехоты бежите? Да хоть военачальника пришейте. Херачьте его быстрее, ну что вы как придурки? Это жесть. Да, мы проиграли. Слава великим богам! Военачальник мертв. Полководец убит. Теперь ну, я думаю, это нас не спасет. Наших врагов. Вообще не спасет. Посмотрите, как они нас херачат вообще. Так, давай сюда быстрее валите. Я бы вас сохранить. Устали, как ишаки. Давайте, блин. Господи, придурки какие, а? А вы что? Один отряд остался. Вернулись, блин, 20 наемников и мясо, которые сразу же бегут при виде врага. Моей кавалерии вообще ни хера не осталось. Добивай, добивай. Отряды! Уходите, Артемиды! Да, всосали мы конкретно по полной. Да оставьте их уже. Просто на мясо нас порвали. Ну ты, брут, у меня поплачешься, я тебе обещаю, собака драная. 800 человек просрали тупо, а? Просто 500 человек нас нагнуло. 500 с хвостиком. Хотя бы главнокомандующего их убили, ну хоть это радует. Не зря погибли, все равно, блин. Да, жесткие у него парни. И стрелки, и кавалерия, и пехота. Вы начальник. Копьеносцы! Отряды марш! Давайте, дайте им пизды. Последний раз. Так, конница, давайте с правого фланга, если что, зайдете. Как бы мне тех сюда перетащить, ну, блин, не знаю даже. Не получится, наверное. Лучники, давайте, начните застреливать их. Давайте лучше в тяжелую конницу стрелять. Зажигательными стрелами. Стреляйте, давайте. Гасите их. Отходите, отходите. Быстрее, быстрее. Приготовились. Сейчас будет битва. Твою мать, зачем вы подняли свои пики? Вы что, не можете идти и атаковать? Ну что за дебилы? Ой, все. Все это фейл. Полный провал. Дебилоиды гребаные.
вашего полководца не... Ваш полководец погиб и теперь кормит стервятников. Его люди тоже скоро станут пищей для птиц. Шестнадцатилетний пацан, который только вышел в поле боя, только женился. Первая его и последняя битва. Как так? Ой-ой-ой-ой, что же мне делать теперь? Сейчас и двух членов семьи потеряю, две армии. Город потеряю. Просто замечательно, просто охрененно. Класс. Да уж. Нас просто раздавили, как тараканов. Отряда, чтобы вас сразу не снесли. Ой, ребята. Вот так вот начинается наше прохождение. Сразу в пекло. Тяжелая конница, дом брутов. 32 человека, да они нас снесут. Сметут, как ветер сметает листья с земли. Просто раздавят. Стопчут в землю, в грязь. Офигеть просто. Как же так, а? Крестьяне! Это жопа полная. Давайте прикрывать копейщиков. Да что у вас? Господи, да вы встанете нормально или нет? Рассредоточьтесь. А потом, если что, замкнем отряд. В принципе, я думаю, можно... Стандартный строй. Нет. Построиться стоят, как стоят. Так, давайте ускорим, наверное. Отряды марш! Ой-ой-ой. Да нет, это нереально выиграть. Изначально наше подкрепление с одной стороны и основная армия с другой. Как здесь можно выиграть? О, эти уже побежали. Даже не успели вступить в бой. Побежали, трусливые вы твари. Давай легкую пехоту мочи. Сомкнул ряды называется. Стрелка. Ну все. Наши враги выиграли эту битву. Но это не то же самое, что... 838-522, ну что за херь, а? Как так можно всосать, я вообще не понимаю. Ладно, хер с вами. Ухожу из армии. Господин! Героическая смерть. Да, блин, так жалко военачальника. 16 лет парню исполнилось, только женился. Первая битва и сразу же смерть. Ну разве так можно, брут сраный ты? Ладно, дорогие друзья. Я сохраняю игру. А мы с вами прощаемся и продолжим наше прохождение
следующих сериях. До новой встречи. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новых видео. Пока.